Друзья мои, добро пожаловать, это Hello Neighbor, Альфа 4. Я думаю, что сегодня мы ее, наверное, таки закончим. У меня есть двойной распрыг, я прошел два так называемых испытания нашего соседа. Красный ключ. Давай-ка положим, он нам, в принципе, уже, наверное, не нужен. Я хочу попробовать с помощью двойного прыжка по трубе забраться на самый, мать его, верх. Так, давай. Можно через лифт было зайти, но раз уже у нас здесь такая есть возможность, давай попробуем. У меня аж двойной прыжок, мать твою! Ну же! О, господи, вот этот каннибизм, он, конечно, когда-нибудь... Где он там заортачился, блядь? Я слышу, ну... И все. Видишь, вся проблема в том, что надо строить именно вот с этой стороны, что если ты хочешь реально залезть сюда. Вот так вот. Открывается дверца. Делается двойной распрыг, чтобы залезть туда. Готово. А теперь давайте смотреть. Это не тут было. Это было не здесь. Мне нужен зонт. Ключ я пока оставляю. Мне он пока нет надобности. Так, идем сюда. Идем. И нам надо немножко выше. Воу, здрасте! Черт! Сейчас нас довезут обратно, и мы сможем с вами пробежаться. Я раньше думал, что вагонетка меня сбивает, но, увы, как видите, все нормально. Так, выходим. Наша станция. Идем обратно. Давай. Может, я, конечно, не тем путем пошел, но, как говорится, мы пойдем другим путем. Да, надо было остаться, потому что, как видим, все у нас очень даже верно. Вот сюда. И вот на эту трубу. О, нет, не надо перелетать, не надо, братиш. Черт, зато я могу теперь, как говорится, путешествовать по дому куда угодно. Там я уже не поднимусь, мне нужно было наверх и там, собственно, пробраться. Черт возьми, а. Черт. Так, не застревай, братан. У тебя же буст есть практически двойной. Это прикольно. Ну, блядь, до поры до времени. Ладно, хрен с тобой, давай сюда вот. Что у нас здесь? А, та злополучная дверца, я понял тебя. Теперь можно туда перелететь, куда угодно, в принципе. Так, давайте вернемся на позицию и попробуем еще раз. Короче говоря, с этого места мне нужно попробовать забраться куда-то вон туда. Благо, двойной распрыг есть. Так, зонтик распрямили, туда мы уже, собственно, направлялись. Опа, чудесно! Вот, то есть после испытания можно без проблем вот сюда забраться. Это самый-самый-самый верх. Туда, наверное, никак нельзя, только с помощью каких-то читов, может быть. Потому что здесь ухватиться как бы не за что. Окей. Ух ты! Это уже интересно. Оп! Все, мы закоротили этот странный механизм, который был у нас внизу. И теперь, по идее, этот электромагнит не будет работать. А теперь надо придумать, как мне отсюда теперь грамотно слезть, чтобы не сдохнуть. Блин, отсюда видно все. Абсолютно все, что... Ого! Смотри! Там шкаф, коробка, кресло. Блин, бинокля нет, твою мать! Я туда никак не заберусь. Я туда долететь не смогу, даже с двойным прыжком. Это не подвластно мне. Теперь давайте думать, как бы мне аккуратно слезть и забраться туда, куда мне надо. Так, вот туда, получается, мне надо, да? Оп! Оп-оп-оп-оп-оп, тихонечко. Тихонечко сюда. И вот сюда вот. Я уже заранее подготовил, у меня все, в принципе, было. Игрушка, благо, сохраняется, поэтому... Оп! Давай, двойной распрыг! Не всегда работает, но ничего страшного. Попытаться всегда можно. Ну уже, залезай, господи, что? В чем твоя проблема? Объясни, почему ты не можешь запрыгнуть? Там же огромная дырка, туда даже слон поместится. Давай, брательник, давай. Вот так вот. Оп, 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 оп. Не, горит уже от тебя, твою мать, а. Слушай, может мне дробаш взять? Ну, может так проще с ним бу... Понятно. Это что было? Это что сейчас было? Так, вроде бы все мое при мне должно быть, поэтому я просто сейчас забегу наверх. Да иди ты на... Я не понял, как я умер, честно сказать. Я не понял этого, как мы погибли. Но я вроде остановил все, что там было. То есть мы закоротили механизм с помощью дробовика. Может быть, туда можно что-то сбросить, я думаю. Давай, вылазь. Вылазь, ёба! Господи, ты что, инвалид, что ли? Вылези, пожалуйста. Смотри, он не хочет, понимаешь? Да, у меня есть двойной прыжок, это круто. Ой, ёб твою мать, а. Так. Ну, поехали. Поехали, ладно. О-о-о, давай лучше без этих шуток, потому что мало ли чем оно закончится. А, о-о-о, ружьишко. Тихо. Не, даже не думай, блядь, так делать больше. Это очень плохо.
Едем дальше. У нас тут не так много станций. Кстати, ни разу не видел, чтобы сосед катался здесь. Может быть, в будущем они добавят это. Вон там, кстати, оказывается, что-то есть. И даже интересно-то забраться было бы. Это тоже не та станция. Нам надо дальше. Да, вот тебе и прогулочка. Блин, вроде бы просто дырка, да? Как мы умудрились там сдохнуть, хер его знает. Да, вроде уже не эту шума этого электромагнитного. Так, пробуем. Даже интересно стало, от чего мы померли. Ну залезь ты в эту сраную дырку, да что ж такое-то? Тут моя ключ-карта валяется. Хорошо, предположим. Предположим. Нет, не падай! Не падай, зараза. Может, тебя еще повыше надо? У меня вот леечка есть заодно. Вроде такое простое, да? Мы прошли кошмар один, кошмар второй. А тут такая херотень, блядь. Меня, наверное, вагонетка завалила, я не знаю. О! О, хорошо. Теперь-то ты пролезешь, скажи мне? Да, блядь, да лезь ты туда, сука, что ж такое-то, а? Не, а серьезно, в чем проблема? Ты какой-то баг, что ли, я словил? Все мои коробки канули в небытие. Так, придется пирамиду Хеопса выстраивать заново. Ладно, сейчас сделаем. Фу, слава богу, я пролез. Подожди, ты же уже работать вроде не должен. А почему оно все прилипшее? Кстати, вот золотой ключ, между прочим. Ломик мой. Все, оно не работает, закоротило эту херотень. Так, это я убираю, это мне не надо. Мусорный бак мне тоже не надо. А вот ключик я, пожалуй, возьму зеленый. Я, правда, не помню, что зеленый должен открывать. Но что-то, наверное, должен. Так, у меня есть зонтик, у меня есть все, поэтому мне предлагаю спускаться в самый низ. Сейчас посмотрим, что там есть. Так, это у нас готово. А знаешь, куда бы еще можно было наведаться? О-о-о-о-о-о! Господи, вагонетка. Что ты пугаешь-то меня так? Так, берем зонтик. Зонтик. Зонтик у нас 4. И падаем. Открываем зонт, поехали. Тихо, тихо. Не очкуем, нормально. Я как раз сюда и хотел. Пошли, проверим наверху, открылась ли дверь, допустим. Да, я могу выложить дробовик, мне, в принципе, сейчас не впадло. Работает? Это красный? Красный вроде, да. Я не знаю, что должно произойти здесь. Там что-то было? О! Что за жесть? Что за бред? Там закрыто. В чем смысл? Подожди, давай еще раз. Нажимай. Он, по-моему, выстрелил, смотри, вот этими двумя штуками. Я не знаю. Так надо, не надо. Черт его знает. Я предлагаю пройти еще раз в ту дверь, собственно, в самое начало, где мы открыли секретную соседовскую. И проверить кое-что. Так, а тут что? Тут какой-то чулан просто, хрен его знает. Так, нам самый низ получается. Нам нужен зонтик, распрыжка у нас есть, поэтому можно смело отправляться. Поехали. Так, готово. Заходим. И вот сюда вот. Фух, теперь имею зонт. А, то есть тут у меня уже зонта нет, получается, да? То есть я могу вот так вот сделать. Ну я практически был, как говорится, близко, да? То есть у меня реально моих вещей нет. Заходи сюда. Так, хорошо. А как же мне туда долететь? Учитывая, что никаких вещей использовать я не могу, надо, может, разогнаться реально. Давай же, там чуть-чуть остается. Ладно, еще одна попытка, я буду пробовать тогда на паузе. Может, я не то что-то делаю? Давай, братан! А, да, не Спайдермен, конечно, но долететь надо. Друзья мои, я перелетел. А теперь давайте смотреть, что... О! Блядь, назад! О! Хорошо, но по второй раз я не уверен, что у меня получится. Блядь, ты что охренел, падла? Вот падла, ты прикинь, он где-то там из ебенев этих начал меня клеем обкидывать. Смотри, короче говоря, все проходим, проходимо, все нормально. Окей, соседа уже нет. О, блядь! Бегом. Мне сюда, что ли? Оу, его штыривает! Ни хрена! Черт!
Подожди, я еще не до конца понимаю, что происходит, но, видимо, что-то должно очень эпичное быть. Так, ладно. Здрасте. Давай, 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 давай. Так, он валяется, уходим. Там еще сосед, что ли, был? Убегай, убегай, убегай. Опа! Тут у нас паркур-мастер. Оу, а там некуда прыгать было. Черт. Не, я пройду это дело. Я тут дело принципа. Да, хорошо. Пока, ублюдок. Пока. Оп, опа. Смотри, сучёныш, ты же не будешь за мной бежать, правда? Слушай, а как туда запрыгнуть? Туда далековато лететь как бы. Может, надо с этого угла как-то попробовать? Оу, я главное перепрыгиваю, а там сразу летит в меня баночка с клеем. Ты представляешь, какое дерьмо? Ладно, давай еще раз. Я как понял, надо его, короче, приглушить. Вот здесь вот. Вот тут ты его глушишь. Или не глушишь? О-оу. Я... А куда ты улетел? Я нажал Space, и он просто нахрен куда-то улетел. Я не знаю, правильно это или нет, но, наверное, не очень. Так, давай сюда. Видишь, уже разыгрались. Блядь, там сосед. Бегом, это телевизор, нормально. Видишь, закидывает мне, сука. Ну, блядь, да что ж ты будешь делать, а? Во, наконец-то. Я перепрыгнул, сосед внизу там, ну, блядь. Тихо. То есть я могу как-то с ним справляться. Валим, 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 валим. Этот сукин сын сзади где-то. Давай, 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 давай. Оу, я куда-то вышел. Я, правда, не знаю, правильно ли я сделал, но, наверное, да. Типа, это конец Альфа-4, да, должен быть? Хорошая, плохая концовка, я не знаю, пишите в комментах. Но я же сказал, что мы пройдем ее, значит, мы пройдем. Наш главный герой собирает чемодан. Чемодан этот валялся возле тачки. HelloNeighborGame.com. Вот так вот у нас проходит Альфа-4, друзья мои. Мы не все открыли, мы не использовали вентиль, мы не открыли там еще несколько дверей, но тем не менее прохождение, как говорится, состоялось. Надеюсь, что понравилось, всего хорошего, пока-пока.